На страже закона в свободное от работы время. Дружинники Красногорска получили удостоверение в администрации городского округа. Это уже второй отряд добровольцев после того, как в 2016 году было заключено соглашение между местными властями и УМВД о создании народной дружины в муниципалитете. Первоначально она действовала у нас по рабочему поселку Нахабино. Вот. После ее активной деятельности, конечно, мы решили ее сделать на округ, чтобы она работала у нас по всему округу. Вот. В данной дружине изначально числилось 30 человек. Сейчас, в данный момент, у нас числится уже 56 человек, вступивших граждан. Новоиспеченных дружинников 4. Каждый прошел медицинское освидетельствование, собеседование и проверку на наличие судимости. Полномочия стражи порядка на территории муниципалитета доверяют не всем. Мы будем совместно с сотрудниками правоохранительных органов осуществлять охрану общественного порядка, патрулировать, выезжать в места массового скопления граждан, на массовые мероприятия, только совместно с сотрудниками правоохранительных органов. Вторая красногорская дружина отныне базируется на Пионерской 1. Блюстители порядка будут задействованы не только в патрулировании, но и в поисках пропавших, а также смогут вести разъяснительную работу с гражданами.